В Оше в рамках культурного мероприятия под названием «Ош. Культурная столица тюркского мира» проходит симпозиум, в котором принимают участие 9 художников из стран тюркского мира, в числе которых 28-летний художник из Узбекистана Хуршит Назаров. Он потрясен красотой Кыргызстана и его южной столицы. О других впечатлениях узбекского художника смотрите в следующем материале. Несмотря на то, что Хуршит Назаров живет в 400 километрах от Оша, сюда он приезжает впервые. Художник поделился с нами своими впечатлениями о городе. Кыргызстан мне понравился с первых минут моего пребывания. Я до этого думал, что наши страны схожи, но нет, ваша природа намного красивее нашей. Я был поражен видом, который я увидел на смотровой площадке Сулайманто. Не только я, но и другие участники из Турции и Азербайджана были поражены увиденным. 28-летний Хуршит является самым молодым участником симпозиума. Он с 9 лет начал интересоваться художественным искусством. В ходе визита в Сулайманто он уже написал 3 картины. Также наряду с ним он перенес на холст всю красоту водопада Абширата в Нуакате. В этот день мы рано утром выехали к водопаду. По приезду нам показали высший уровень гостеприимства. Я уже восхищен простотой и гостеприимством кыргызов. После чего я начал рисовать на холсте всю красоту водопада. Тишина неимоверная. Я смог нарисовать картину, которую я хотел. В общем, день удался. Был отличный день. Хуршит представил свои 4 картины на выставке. Его работы вызвали интерес среди посетителей. На написание картины его вдохновили наша природа, чистый воздух и красота города. В городе Ош у меня появилось вдохновение, которое очень необходимо для людей искусства. Сюда я приехал с другими художниками из стран тюркского мира. Я уже сделал пару фотографий красот Оша на свой мобильный. По приезду в Ташкент я по ним напишу картины. Следует отметить, что в эти дни в южной столице проходит 21-я встреча художников тюркоязычных стран, в которой принимают участие 11 художников из 10 стран. Они посетили Сулайманто, реку Акбура и другие красоты южной столицы. Жибек Шишембиева, Нурдан Гарбеков, Эрмек Муратбекулу, Мунарбек Арзбекулу, Пирамида, город Ош.